красный этим, блядь, паком. Я хочу быть СПДН. Это я? Почему я в панике? Да. Бля, ебать, я красавчик. Лучше карту тогда бери. Пиздуй эту карту, нахуй, блядь, 60 тысяч, бля, белый, бля. Что так, там, где антицит этот? Настя ФК-то не стала, это вон. Это вон, картика. Это не осколки, блядь, тут, блядь. Кстати, сколько осколков-то упало, Холич? Два всего. Сейчас дайте мне баф. В два раза больше, чем у меня на прошлом КД. Оба, дайте быстрее, пошли. Все, давай, отчеты погнали. На ходу промахнуть. Быстрее, время нихуя нет. Блять. Давай. Дай Берн, блядь. Вихрь сбежались. Дай избан. Не там, почему же? Понял. У вас пока кто-то стоит, или мне кажется? Второй пати. Ля-ля-ля. Тебе кажется? Исяки, убери Лема своего, он сферу ломает, да, ядра. Дайте, дайте Геру по толдерам, ебашь. Блять, вихрь. Юля полетела. Люля. Исяка, убери элементаря огненного, он тебя ломает, ядра у танка второго. Они неуправляемые, эти элементали, нахуй. Так я говорю, можно убери. Блять, убери его нахуй вообще, ну, блядь. Сейчас откроется келесет и левичка, блядь, отправится на кладбон, блядь. Живет, блядь, своей жизнью, нахуй. Хочет бьет, хочет не бьет, хочет ядра ломает. Бля, вот сейчас опять сейчас стоит возле меня, вот хули он стоит, нахуй, не бей, блядь. Бля, я говорю, посы, куда он побежал? Вот, пидорас, убирай чисто. Его нахуй, все, ты без него бьешь, у этого босса. Келесета поэтому. А вот на Энхе такой хуйни не бывает почти. Ну да. Просто ПФК стоят, нахуй, блядь. Защите, блядь. Я думаю, что, блядь, ДПС так мало, а? Все, блядь, он, блядь, похуй. Блядь, Энхе это класс какой-то или что, ну, блядь? Это легенда. Лидеры пивного бочонка, нахуй. Всё, сдали исток, гильда. 25 энхов в ЦЛК ХМ закрываю. Ну как раз одни энхи играют. Так где на энхи играют? Куда мне пойти можно? Пёс сдались. Или орден пивного пока. Пёс сдались. Ну Дарин тебе идеально подойдет, это гильдия. Тина офит. Я милая Элтон, кстати. Да? Да. Так, где Феникс, нахуй? Ой, блядь. Пошлите дальше, трошлите. С другой стороны, ну, блядь. Шо вы? Ты, Блейдкич, меня охраняешь? Давай, Бент, свечишься. Нормально будет, весело. Личный босс стоит на месте. Не, ну я сейчас попробую, может. Ну типа, мне кажется, мы в FPS сейчас. Ну типа, тебе большая, типа, есть хотя бы польза, то, что будешь в НХ. Нихуя бегать не надо, стоишь на месте. Ренжи тоже похуй, ты же милик. Просто дохуя. Не, я считаю, Рит это фиаско, блядь. Шо, фиаско? Смотри, стример, анимешник, еще и энх, нахуй. Это пиздец, блядь, это, считай, диагноз, короче. А еще у меня котики. А еще котики.
Так, добиваем дальше. У меня нет девушки, и я отращиваю волосы. Косичка, знаешь, такая засаленная, блядь. Я говорю, такая, понял, волосы засаленные в косичку. Не, волосы чистые, не-не-не. Не, я пытался сделать косу, но я все еще короткий, слишком не получается нормально сделать. Да. И Настя пришла со сообщением, сразу ворвалась нахуй с двух ног, да. Настя, интересно стало. А мне не надо же становиться, ты понимаешь? Я знаю, как способ сделать это. Я уже видел таких. Ну, с косой мироемы на это, на Хэйме, на леди. А, ну, это да. Нет, там, Настя мне говорит, типа, стать бабой, чтобы аудиторию поднять. Я говорю, это изи вообще, я таких видел. Стрим в бассейна, чувак, мужик, одел просто, получается, нагрудную грудь, женский, получается, купальник, парик и сидит. К нему люди залетают. Топик, да? Ну, там видно только по рукам, что они волосатые. Что-то мужик. Лицо не показывает специально. Бабы тоже волосатые вид бывают. Не-не-не, там мужик, он там вставал, потом показывал, что это мужик. Он лицо показал, потом... Хуй показывал? Стример? Кто чё? Ссылку. Он вставал, лицо показывал, потому что ему нужно выйти было из камеры, он спустился. А чё? Потому что за ними я не бывает. У девушки кадык размером с кулака, нахуй. Блядь, ну... всяких, но... Чё пизды, нахуй? Танк в сапе. Живите. Ох, слабый. Чекайте ДПС, блядь, пошла жара. Сдохну, но зато там хороший ДПС. Ну как вам? Плюс, если ты не стримишь с вебкой, стать девушкой на стриме — это изи, блядь. Одна программа нужна только. Дипфейк? Дипфейк? Ну, типа, замена лица. Я раздаю тебе новую работу. Просто программа для изменения голоса, и все. Настраиваешь ее аккуратненько, пожалуйста. Сейчас еще не стримила я, конечно. Ну, попробуй. Угу. А типа я даже одну парню помогал настроить так. А вдруг она реально тоже пользуется этой программой? Мы еще не видели. Нашла где-то ВКонтакте фотографии, поставит. 100%. Он Адель знает, просто молчит. Юрий. Это Адель просто со второго компа сидит, да? Валентин. Я как можно тебя сейвил. Может, это холич? 4 окна уже. Дайте уже кулак шаманам, пожалуйста. А которая половина на ФК стоял? Вот ты Беськов как был. Ой, ты против сатаров что-то имеешь? Не понял. Да. Кушать тебе рыбу. Так, на всякий случай, короче, тактика охуенная для вас будет. Кого назову ник, уебывайте подальше от рейда. Это все, что вам нужно запомнить. В Дискорде проанонсит. Не, это так лучше, если что. Укусы я распределенного использую. Только укусы. Давай, отчет, поехали. Место встречи укуса, как обычно, в пещере. Ну, это на взглядке, правильно помню. Пошипай так бомбочку руини. Бебу укусишь колечко. Колечко укусишь худо. Бебу укусишь потом меня.
Не, хоть мы не во фрейме бьем, типа, ебал его рот. Это опасно, испугай, может быть. Сбежали. Тихорич, подойдешь ко мне? Распечатки. За тебя. Блин, блядь, я ебал бегать там. Да вы заебали третий пак, нахуй, дайте побить босс. Ты ж объешь его? Да. Попади с конца, блядь. Морти, выйди, выбей, выйди, выйди. Красава, блядь, лучше, блядь. Хоть не положи, беги. Великий, блядь, беги. Бой, дашь и маны тьму на пакте, это когда взлетаться будет. И сотру. Адель из маунтом разбавишь. Раньше там главное набери, типа 8 метров, еще взлетка будет. Ну, значит, и дашь и ман. Окей. Беба глыба. Печеньку кого кусачится. Идеально. Раньше набрали быстрее. Раньше раздали сейвы. Бля, кальмар, не подходи ко мне, ты захуяришь. Че там дальше похоже, да? Ну, похуй, да. Давайте идем. Пошел ППС. Опачка нет. Че, Рид, хочешь укушу тебя за прошлые целка? Туннел, блядь, вчера. Рид мой, сайт. Где он там стоит? О, нашел. Рид, беги, он тебя сейчас будет кусать. Специально так далеко съебался? Сука, и бегает, вот пиздюк, блядь. Ладно, обсинкусь. Ну правильно, инков не надо писать, мы и так жесткие. Ай, сбежали. Еба, лужа. Дайте там если меня. Не нормально. А, у меня опять волки стоят. Это похороны, ебка. Не. Ну, сука, блядь, молния сейчас будет писать. Бля, спи, там они богуха, ладно. Вообще пиздец по осколкам. Да, блять, типа, два осколка в обычке это нормально на самом деле. Первый почему? А, блять, я же делал этот квест точно, сука, 25. Я тоже делал. Мы с мужем 25 в хэме закрыли. И? А, забыл. Бля, так забавно, смотрите, как тебя волки не дамажат, у вас разница в 300% и 200%. Да они стоят, чилят, я забываю, то что по упаде, так надо макрос сделать. Похуй, я и без них надо. Это получается, ну, да, тоже волки не били. А сколько они процентов дают? Ну, чтоб ты понял, у тебя 600 тысяч ДПС они должны были добавить еще. Ну, это сколько? Ну, 2к, да, где-то есть? Ну, наверное. Ну, сильно ты много сказал. Ну, один косарик, пол косарика, смотря как у тебя АП.
У меня, ну, на 7-800, по-моему, подбав. Это еще немного. Ну, это без прок. Так, so far, чисто. Блять, киньте кассу этого ебаного изгнания нахуй, гоним. Бентли, блять, ты не доиграл. Я тут волков пытаюсь заставить работать. Блин, не стоят. А это, блин, заебись. Могут вообще. Теперь меня ничто не спасет. Продолжайте сражаться, братья. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Я вперед, танк, пули такой. Ну, это Блэк еще. Самый. Во всем виноват самый. Какой дуба. Ну, тут стоять, кастить молнию, а подбегать. Дрипните мобая, морти вон там сзади моб. Спецзадание. Дрипни его, миллион. Красавчик. Только нахуя его оферять нужно было, блять, я вот не понимаю нахуй. Наверх, дай денег. Чё ты там от чего лутаешь? Да. Рид вместе свой дом похилить, Валю. Чё? Валю похилить чуть-чуть. Чё, блядь, ДЦ нету, блядь, мозг. Не идите, поднимайтесь. Не идите туда. Диспельте, мозг диспел, дайте по нему, чего? Мозг диспел ушёл. Куда? К Валентине. Наверх. Киньте кто-то ТПС сурка. Это там не особо хороший. Оху, это надо для сравнения мне. Короче, ладно, пусть ливали лут. Разраливаю, какой-нибудь тут остался. Хавайте рыбу, фулбаф. Ливичка, ты слева, надо ли справа? Не-не, в Дискорд, Могу свой кривой, ну не знаю, кривой не кривой, я не следил. Все, поехали. 25.3 показывает. А потом. Метеорит и промазал. Да, я что-то увлекся. А, для особо этих, короче, жирного в самую последнюю очередь убивайте. Он
Убивайте все, что есть, жирного самого последнего. Ты, Кирилл, короче, не проеби, то семечки поем пока. То пиздец. Кого не проеби? Я за себя прицеплюсь. И семечки буду есть. Ну, селёдочки лучше, блядь. Да, у меня нет. Подавление бейте, нахуй жирного бейте. Так тут скрин. Под волки нахуй загрызут, блядь. Кивка, может? Нет. Пламя вышло справа. Да, пиво можно, в принципе. С чем? С селёдочкой. С мясными чипсиками. А лучше вообще шашлычок. У меня со свадьбы осталось хуево гора. В свадьбе гулял? Ну да, я же вчера говорил. По юртной сестре. Хорош. Там, наверное, на месяц в литхавке осталось. Я люблю свадьбы. А я люблю хавку. Ты одна и та же. Мы как-то пошли, короче... Ну, у нас была тематическая свадьба. И мы пошли, это... Подожди, Юля, перебью. Не бейте вы ебаного этого жирного, блядь. Ну, вообще не бейте, блядь. Убивайте все остальное, только потом жирного, в конце. Все, можешь идти дальше. В стиле ретро. Мы с подружанькой, значит, оделись, платья купили себе такие, прически сделали, все начесы, ленты на голове, ладно. А там же свадьба обычно 2 дня. Ну, у кого 2, у кого 3. Вот, и мы в первый-то вечер этими начесами в этих платьях на следующий день, на второй день приходим. В шортах, майка. Нас взрослые вот эти вот родители даже не узнали, а где, говорит, у нас вот эти 2 девчонки были? В платьях. Я к тому, что второй день, конечно, веселее, чем первый. Намного. Ты уже сидишь, вспоминаешь, что было. Второй день обычно башка болит, пиздец. Ну, да нет, второй день снова все бухают. Ухай, пивко, нахуй, самое то, блядь. В первый день официально очень. Так, да, ты в первый нажираешь. Слева, строгающий. Их что-нибудь спрашивает? Делите вообще или нет, блядь? А я тебе пизду. Это она тебе делит. Нет, это я тебе, чмошка. Чмошка тебя назвала. Да, я понял. Прыгает. Ой, ты там что, блядь, одной рукой хилишь, другой пиво пьешь, я не могу понять, блядь. Трочит другой рукой. Ты откуда знаешь? Ты бы хоть на Вальку, блядь, освободил бы вторую руку с рабством. Так у него стаков вроде нету, Войда. А, ну, нет. Так я бы говорил, 46 он есть. Просто не показывал. Все, у вас портал зайдете, потом захилите, надеюсь. Долго хилить Рита, ты используешь этот стоп-каст на молнии, чтобы только тупо на 500-ках сливалось? Да я как бы до 500-ков вообще ее не знаю. Ну просто типа понял, ты жмешь, она типа только на 500-ках будет. Это через стоп-каст. Спать там исторгающий нахуй разваливает, блядь. Кабины нахуй, кабинеты. Или ты будешь спорить? Нет. Ебись. Требую ЕГП. Оста. Так, все четко. Блять, я с Герой хочу этот вант. О, хочешь. Ну, всё, с Герой падать не будет. А кто его не хочет? Так, у РДДшек свой вант.
Тебя половина локов заберет этот вам. Хуя, я буду драть, им зубы выбью. Маги заберу. О, дестрики фаер у тебя будут забирать. Я первый по приору, алло, никто не заберет. Не пизди, не первый. Кто там первый? Это КП можно дать. Кто первый? Войд, что ли? Да нет, по-моему. Нет, ничего, крив. Почему? У него не пока 59 приора, хотя у него ЕП даже столько нет. Не, Войд первый, да. У него 500 ГП. Ну, он вчера, потому что в ЦЛК, наверное, этим друидом ходил. Я сегодня столько же получу и буду первая, наверное. У него ГП нет, у тебя есть. И там чё, блядь? Спите. Ладно, всё, похуй, погнали минут. Ну, этот, бомжей этих ледяных в центрах я обычно соньки. Вообще я буду на погруху держать, типа. Заберу кастер. Нет, твоя шея падает вон с ребра, самого первого. Да, конечно. Нихуя она с хостой. Идеально. Ну ладно, тогда с гнилого. Или с тухлого. С тухлого. У нас МП-5. Охуенно. Так это же бис на ДЦ. Нет, я все равно буду багруху забирать. Ну, зря вообще. Так там тоже хоста. Зачем тебе багруха хоста? Лучше МП-5. Потому что нет. Мне нужна багруха. Все равно 600 или 700 хосты надо, или сколько там считают, 400. Только это было ровночку. Чё? 450. Куда вы эти цифры берете? Считали, потому что... Да. Не считали, а есть этот макрос, который ГКД проверяет. Типа, если там меньше 400 хосты, у тебя ГКД больше секунды. В рейде у тебя... с рейдом мы считали, мы брали сову и лема. Я не знаю, как вы считаете, там 158 хосты хватает. Сейчас кину макрос. Какой-то макрос интересный. Когда Юля показывала нам, что, блядь, разные значения были. Первый у него же там не сразу прокает талант. Я нашел, короче, Юля, ты выше. Она там на Кильденасе продается. А, да. Не моя, это твоя. Бисовая, блядь. Вот макрос юзаешь, короче, если про ДЦ говорить, ну там скилл свой надо вставлять. Если ДЦ, то первый шилд юзаешь, и второй уже показывает правильное ГКД. Да, блять, идите вы с мелизоны, вы же сдохнете там. Мы же в центр все свели. Бен, ты хочешь почувствовать боль, страдания и радость? Спекайся. Ну, у кого я вэнкл? Я просто стою, кастую молнию. Не, на этом, на синдре валим. На синдре валим, будь нахуй эту войну. Понятно. А честно же, нахуй-то. А в ПМ скинешь мне этот макрос? Угу. Спасибо. Я не знаю, мы... Проверяли это без макросов, и типа при 150 хосты, 160, у тебя уже секунда вроде. Нет, я даже уже снимала, делала что-то там около 400 ровно, и у меня уже не секунда была. А ты на расе какой проверял? Раса какая была? Там есть, просто нет? 2% там все равно не зарешал. Ну, как смотреть просто? 60 хосты, 2. Я не из-за этого, я просто точно знаю, что мне эта багруха и на ШП тоже пойдет. Я потихонечку нет-нет собираю, она мне и на ДЦ, я и на мейн возьму, и на ШП у меня будет. Потому что с острова я не на фарм никогда в жизни. А, блядь, кстати, по луту поехали. Это хуйня, надо кому-то? Если надо, валить. Иди, сделай обмен потом. Я закидывала в предложки, чтобы шею для ДЦ сделали. Хант обмен. В ТТГ. О, и Кснап написал, что шеи не будет в ТТГ. Шаман обмен. Конечно, не будет. А это мусор. У меня есть такой. Я его удалил потом. По-моему, у нас только Вока появится шея. Дух крит. Да, хоть там нормальная это... шея есть. Так, дальше. Наручи. Путь обмен даже. Очень хороший для
На шамане лобнем. Все остальное потом. А что, нельзя, что ли? Если кринги кинги ресну и зацеплюсь за тебя, ладно? Либо... Да. Погнали, на ДК. Блять, не бегайте вдвоем, сука, стой, пускай все, он блэкич начал. Блять, ну нахуя, вы сейчас, блять... Морти обмен. А кто там был второй на этот, на объект? Блэк или лок там какой-то? Блэк, хас, друид. Бля, такой себе надо. Дай мне обмен, я... 95. А этот тринкет, он в принципе только, не знаю, на фроста, аркана кого-нибудь. На фроста, это мусор. На холипала можно чисто ради хасты взять, еще хуй узнать. Он на холипала точно мусор. Когда не, мы... ну это как вариант набрать хосты, если не еще. Ну, типа. А так, ну, тринкет сам по себе мусор. Худу обмен, дай блудган. Я даю, даю. Ну что, нашел меня. Блять, войд бис на тебя какой-то выпал. Последнее желание, блядь. Заебись желание. Морти обмен. Так, собрали сейчас все в кучу. На исходное нахуй. Геру и поехали. Иди, блядь. Мы на епешку? Чё, блядь? Какую нахуй епашку мы не убьём и до взлётки? Ну, Геру даем, да, типа, один хуй быстрее убьём. Геру, ребята, по-моему. Че, мы сразу босс убьем? Да, смотри, какой затяжной прыжок у него. Спугай, спугами нет. Там он еще этот ФК что-то худ. Делайте скрит, Лем на первом месте. Наконец-то, блядь. ПК перепил или что? Да, ебал. Ты на боссе, где никого ничего не работает, радуешься? Ну, да. Сделал скрин, отправляю к степу, чтобы понять, блин. Да, все пиздец нахуй. Сейчас. Давайте, ребята, развертки на форум, короче. Или мы дохуя дают, надо не. Там есть начальник по элимам, он не даст вам этого сделать. Там хвельт вызывает, типа. Он же придумывает, можно сказать. А XTM такой сидит, ладно, сделаю. Опять работать. Бля, я тоже, кстати, об этом подумал. Только это была обычная фраза Дизурона, когда ему начали в уши ссать все. Переделай, пожалуйста, что-нибудь. А потом послал нахуй все. Хватит менять. Те, кто на дне остались, так и остались. Сидит экстрем, нахуй, с иконой рядом какого-нибудь, нахуй, другого кодера. Жизнь зла Дизурона, блядь. Че, сам уже хочешь похилить? Блять, хотя все тут, можно было бы и сразу запулить. Ну ладно, похуй. Ждем. Никого не рестать, блять, в пизду. Кто сдохнет, тот сдохнет. Более резнем даст. Дайте рыбу пристабав, пожалуйста. Блять, я семечек опять, сука, наелся. На взлетке 5 меток стоят. На вторую фазу печенька колест. Буду называть ники, в какую вам метку стрелять. На второй фазе.
Перчан около бакпэк. Сейчас будет весь. Там нахуй. Не так много пулов. Там мы тоже когда сегодня ходили с Блэкичем. Эту сетку. Думали тоже сейчас все будет заебить. А пиздец. Блять, подпивасники. Ну, Левичка тоже там был. А с кем вы ходили? Блять, сейчас скажу. Прогрессы. Типы. Ясно. Там это... конь, наверное. Там лок какой-то 200. Ну, лок еще более-менее нормальный. Поехали. Мне было вообще пиздец. Вообще, да, блядь. Там с каждой гильдии дурачков хватает. Ну, как бы тот прям вообще пиздец. Он тоже свои эрзы есть. Каждая гильдия есть свой гильдии. Гильдии есть свой эрза. Это Кратос или Акинтира, скорее всего, что-то такое, знаешь, типа. Ну, пиздец, Бентли, нахуй время. Ты чё, какой-то, а? Мы с тобой рит прослаем. Ой, блядь, ладно, ты смехов нахуй. Три хила освобожденка. У нас их всего 4, там смотрите аккуратно. Да к обычкам, блядь, мы можем постакать себе сами. Подбежали. Мы с тобой рит перейдем в гильдию для НХ. Ну, нихуя себе, только один человек умер. Неплохо. Раздались? Ну, да. Вынесли метки. Вообще, Бентли, Няша, Атава, Кром быстрее. Вынесли, блядь. Красавчики, умнички, молодцы, блядь. Близко на лестнице падает, перешли. Повторно. Слева падает. Мася, Мася, блядь. Справа далеко. РДД, по крайней мере, играйте, что-то вообще не бьете. Левый слеп дальний никто не бьет. И правый дальний никто не бьет. Пациент падает постоянно. Разбились теперь. Бентли, что ты говорил? Куда мы идем? Ну, в топовую гильду для энхов. Типа, я не знаю. Да, пивного бочонка? Вип, да, пивной бочонок. Я не знаю, какой там еще. С легион, ебать. Ну, слип там хороший там. Да, но тут слип самая топовая. Угу. Так, ты сидишь на замене, нахуй ничего не вытаешь? Да. Интересно. И самый трезвый идет в рейд, блядь. Обычно они не ходят никуда. Это. Наоборот, нахуй. Там самый пьяный, блядь, идет в рейд, нахуй. Отбежали быстрее. Метки. Кальмар, Бентли, Хант, Кринжкинг. Бля, о, красава, Беба лучше. По крайней мере, РДД больше играть. Правый дальний никто не бьет, левый дальний никто не бьет. Левый дальний вообще никто почти не бил. Разбили склеп. Быстрее склеп разбиваем. Быстрее, блядь, чего вы так боитесь? Сразу видно, блядь, терять с пугами. Гильдейском расхуярить сразу все склепы. ГП вот знают просто люди. Перехил опять. Сейчас база будет. Ворон. Что, забагилось, что он напитает? Убежим. Старый базонг. Не, в пизду два хила. В печеньку первую метку у меня. Где мы все стоим?
Буздранг в печеньку. Это ж летнего. В печеньку, блядь. Если там кто-то не отбежит, похуй. Бля, чего вы его не подняли? Дашь зубы последующему. Да, она мне было 10 стаков, я себе отдала. Хонич, дай гимн на хп. Морти, айсбаунд нажми и в печеньку. Морти, в печеньку. И айсбаунд нажми, там зеленку что-нибудь. Простойку можешь еще нажать. Красавчик. Сбросить по-любому. Не разбиваем склеп. Подбили, но не разбиваем. Нет. Разбили и контр этот. Печеньку, хант, в печеньку, в печеньку, в печеньку, в печеньку, в печеньку. Молодец. Подбили, но не разбиваем. Ебало. Это перетяжка ебучая нахуй будет сегодня. Разбили склеп, наймайн в печеньку опять. В печеньку, в печеньку. Отошли все. Че должна быть по-любому перетяжка. И полреда полетела в вагон. Отбежали, да, из баунта? Крестик, мать. Там 9 лямов, может. Да, не может. Если что, Герика, да? Нет. А, Гера, да. Ну, я вижу. Разбейте склеп быстрее, блядь. Чего вы не бьете, нихуя? Юля в центр. Отошли от печеньки. Отойдите дальше, блядь, от креста там и от печеньки. Ой, блядь. Ладно, сбрасывайте сейчас таки. Сбились склеп. Опять печеньку, хант. Печеньку. Два склепа внесем, потом притягивай на мим. Скинули все стаки, разбили склеп. И следующий тоже в печеньку. Все по склепу сыграть. Рид в печеньку. Дай сокрувой. Полетели. Бежали, склеп пробивать. Похуй на склеп, короче, по боссу поехали. Пускай там стак сбрасывает. Кальмар в сторону. 5 секунд. Тебя вытащила, видел как? Спереть поздно. Бах, дай зубы, чё-нибудь каплю по мне, блять. Бах. Нет. Сука. Ебать, Талик, сюда, на. Блять, когда за ДК хрен, вас... когда клык не падает. Хоть бы кто-нибудь каплю дал. Воид, блять, я не знаю, там дал бы капельку какую, блять. Талик, давайте пророльте, наверное, сразу. Потому что я тебе передать не могу, сам себе заплатил. О, воид, блять, у меня еще в сумке осталось такое еще желание. Интересует? А, блядь, таймер закончился. Ну, я бы тебя дал. Ну, да. Кирилл. Талик, пароль, потому что я тебя не могу передать, я его из себя забрать тоже. Ну, пароль тогда сейчас сам. Так мы что, ролим это на ЕП потом? Или как? Ну, если вырыли, то... Не, паролу нахуй, ну, типа, ВП. Забочки я же сказал, но, типа, по ЕП уже не будем даже за танки. Ебать, 71 сюда, нахуй, блядь. Ебать, нашаманил. Ну, шаманил, нашаманил. Особо подойдет, если честно, но смотри сам. Ну, вырвил, так вырвил, ну, что есть, что слышишь? Ты че ролишь, дурачок, блядь? О, соточка, левичка. Еще один дурачок на ДК. Это ДК, ебать, вы че? Это что, ПВП хорошо агрот. Давай, отдувай нашу мать. Ты, кстати, что? Это было заанролить, наверное. Не было анрол. А, да, не писали точно. Че, вы СПД АДК не знаете? Ну, охуенный, кстати. Черви убийцы, бля. А ну да, мы Вальку согрели. Давайте кличу. Блять, умрите нахуй, там быстрее этой Вальки, блять. Убийцы твоего ФПСа. Все, быстрее её убить. Дальше кого-то поехали, Катуха. Блять, ну заебись, теркомбат нахуй. Он сейчас спадет, она там не прилетит. Ну чё вы хилите, блядь, сдохнуть дайте. У нас спадет со временем. О, блудганг обмен, Даш. Щит бисовый на тебя, мой опять упал.
Можешь ему кинуть. Нет, мне блядь. Ресните Христа ради, пожалуйста. Кальмар, давай, у нас же с тобой уже это, этот, тандем, давай. А, там и вторую вальку согрели. Боже, ебаные вы, блядь, инвалиды. Ты за кальмаром пошел. Игра в кальмара, да. У нас комбо спал. Вальками, вроде. Ой, все, сдохните нахуй там, короче, все дружно, блядь, и не идите нахуй. Не сдохли, уже двое нету. А, вот, все, встаньте, зайдите в начало целка, блядь, и никуда бежать не надо, сюда. Пиздовый. Джим, Колич. Ой, нету пока, все. Быстрее давай. Ёбаемся. Ну, потому что никто не важно давать бесполезно, они, блядь, только ломают все. Кальмара, резнись там. Да ему и так заебись. Кальмара, блин. Воин охотник шаман таки. Лисики. Шаманы, чего стоит? Разбойник ДК Макдроид еще одна. Марти обмен. У тебя случайно худ нету ДК? Случайно есть. Я тебя по аватарке узнала. У нас в Дискорде, в Пуга Дискорде у Адели есть. Смотрю, иконка знакомая. Ну, картинка. Аватарка. Мила, кто, значит? Да, Фрост не уж. Кальмар, блин, дай звезды. Не, maybe, baby, это не мое. Я хер его знаю. Все, вот и все. Так, кто у нас? Все тут? Все, заебись. Стоимся в одном фрейме, печеньки. Я запустил. Я рыбу еще на фон поставлю. Хавайте. И фулбат парень. Так, короче, самое главное. Главное осквернение. Выносите и по-быстрому выходите служить. Тут, кстати, присты без касок почему-то. Есть каска. В одного танка ведь? Не, в одного. Так, два. А, два. Ну, блять, похуй, левичка танчишь кря прямо в этом во фрейме, если чё. Только бред не поворачивай. Люди, будешь бить на фере на перифазе? Да, могу попробовать. Сделай еще раз, пожалуйста. Нет. Разочек. Нет. Я тоже хочу побить. Похилишь мне вот еще? У меня 20%, мне еще меньше нужно хилить. Давайте я тоже побью. Так что по сам хилиться в основном. Это все равно надо хилить. Ну, да. В отличие от Лока. Так, там пазл, из шаркаря забери, главное, он еще вылез. Уйдите все от шаркаря, от этой всей хуйни. На другую сторону. Левичка, уведи их. Ханты, сыграйте по этой... По хиль меня, вот. По бомбочкам. Там мне духом бить. На шаркаря чума? Худ
можешь тоже выйти подамажить лича. Я думаю, прошли. Можно мне тоже? Нет, я не знаю. Пиздец, блин. Пиздец, блин. Блэк только вышел, пизды получил, ушел. Эй, блядь. Бля, Мегащук какой резвый. Блять, там левичку нахуй не продиспелили. Да. Ну ладно, похуй. Дай сокру, ебать нахуй. Ой-ой-ой, блять, полич съебываем нахуй. Поздно. Я не заметил, блядь. Пизда нахуй. Бля, у нас два бэра. А только холича, наверное, левичка не нужен. Тут. Этот, дай Войда БР, Блэк. А этот, как его, Амася по Холичу. За спину включусь, Вася, встанет. БР тебе дам Геру. Вот теперь дам. Трапу не забудь или ТТ? Трапы поставь, фонты. Блядь, что тут вали по ебанскому летят? Ребят, стойте, блядь, за спиной Личана. Все время, чтобы вали в одну сторону летели. Хуту, Рамбе. Осквернения разбежались. Отойдите, служи, выйдите, щука, блядь. Мне рамбу пизда. Про трусы сбейте хотя бы. Скорее всего. По малому кругу разойдитесь. Ты, блядь, хочешь? Валька? Чё, Валька унесла ход? Да. Три. Два. Один. Валька. Вернение три. Вернение. Далеко не убегать, сейчас Вальки ещё будут. От кальмара отошли. Вышли с лужи. Так, меня можно трусы не бить. Ромб и печеньку надо подбить. Ромбик в первую очередь. Ромбик в первую очередь. Трусы не надо бить, еще раз повторяю, блядь. Ладно, похуй на печеньку, бейте леща. Продали сову. А мужики, есть синер? От пернения разбежались. За спину ключу потом все. Только блужу не зайдите. За спину все ключу. Может ближе подводить, сейчас переводить будем все. За спину все ключу в один фрейм, блядь, чтобы полетели вальки в одну сторону. Все бьем лича, валь никто не бьет. Только замедлите вальк. Ну, накрыли вальки схватило. Да там лок нормальный. Прокиньте его только. Все на крае, да, ебал? Ема налет, ебните. Езду, бьем гемных, ебал я в рот. Не рискуем. Тут такое чувство, что урон АОЕ от этих шариков увеличили. Ну, по рейду, в кого вот этот шарик идет. Что-то много больно било по рейду. Раньше такой бычки не било. Рит, поставь тотем, Юля, дай гим. Могу здесь полить сайленс. Здесь не пела. С целого духа бить, то ли уешьте. Блять, минус маг. Еще сферы добейте, сферы быстрее. Переходим. Сферы быстрее. Не подходите к сферам. По гневному все играем, добиваем гневного. Жатву прохильщи, главное. Официанку прохил. Блять, забери и гневного. Сколько еще играем? Ну, сам че, себе. Че, уводи, осквернение димать по бокам. Еще там 10 секунд. Отошли. Заебись ДБМ. Охуенно, блядь, 10 секунд, нахуй. Да. Следи, слови, блядь, баблом кто-нибудь. Герри, кстати, когда из комнаты выходишь, сразу осквернение кидается. Привыкаем, товарищи, кто не был.
Раз бы уводи искоренение по бокам, Дима, ставьте. Типа это у всех так неизвестно пишут? В луже не забегите только. Нет, у тебя бэнд. Ты будешь на инхе играть. Да, смотри, а. Не любит энхов вообще, блин. Ну пизда, сейчас заруни вас. Да, твой, блядь. Пизда. Корнея по бокам разбежались. Меня кинется скриней. Лови кто-нибудь в эти вишенки. Корнение по бокам разбежались. Маша, закинь по мне инер. Убежали от шмы. Чё, ГЦ пол? Я старался вас положить, мне не получилось. Первый раз закрыли, наверное, не чай. Рид, ты нахуя это рейд выпанул? Так я вроде как и захилил, вроде как убил одновременно, я хуй знаю, что произошло, я думаю, ну чё сломалось. Кас не сбил, захилил, и пизды ему давал, всё. Ты тактику вообще смотрел? Ты нахуя? Я в доту играю. Пока нахуй, блядь. Клевичка. Что-то вечно. Бля, ну извините. Это мой косяк. Блядь. Поэтому и спросил. Я поэтому и спросила. Да, Блудганг, ты был лучше. У Дестрика бонус под крит. Тебе нужно 50% крита. С рейдбаком, соответственно. Тут было. От этого у тебя заточен урон от ХБ. Да, и моя чилочка. Да, я сейчас кусаю. Да, она. Ебать, сколько чилок, охуеть. Сколько там запишет, не понимаю. 250? Да. Все. Что, на свайпы разве были? Попроси там и... Нет. А хуй его знает, кто у вас там рел. Пролез. 1250 же было. На сотку наебал, Кирилл. Ну. Пиздец. Сейчас дам сотку. Без вайпов сколько? Еще сотку съел. Еще сотка, давай еще 2 сотки на. Пугов можно еще накинуть. Наебываешь. Соточку за пугов. Ну. Да, ну, это тоже можно. Пистай. Не, это можно. Аркус. Вроде все подряд там он приз готов купить.